Всем привет и добро пожаловать в мой новый видеообзор, который посвящен единственному в своем роде децентрализованному аукционному сайту под названием DeFiBet. Скажу сразу, что данный проект полностью уникален, так как главной его особенностью является возможность для пользователей делать ставки на пакеты существующих токенов ERC-20 стандарта. Но как это понять, спросите вы, и я отвечу, что когда в рамках аукционного сайта DeFiBet кто-то делает ставку на любой пакет живого аукциона, то любой, кто делает ставку, обязательно получит вознаграждение, выплаченное в эфириумах, что, согласитесь, уже весьма интересно и заманчиво. При этом в рамках DeFiBet, помимо аукционов и связанных с ним вознаграждений, вы легко можете получать дополнительные вознаграждения, которые уже непосредственным образом связаны с внутренним токеном платформы BITS. Что это значит? А то и значит, что 1% от каждой транзакции будет распределяться между всеми участниками токенов. Причем данное распределение будет основано на общем количестве токенов BITS, которые ставит каждый пользователь. Дополнить же эту и не без того приятную новость спешит возможность для пользователя использовать данные награды, выраженные в токенах BITS, так, как ему захочется, то есть сразу их вывести или же обратно реинвестировать, что, согласитесь, весьма приятно. Более того, помимо вознаграждений за транзакции, пользователи также ждет еще одно дополнительное вознаграждение, а именно награды аукциона, которые включаются каждый раз, когда кто-то делает ставку на аукционе, где 35% от этой ставки сразу же будет отправлено участникам. К тому же столь масштабное и щедрое распределение основано на общем количестве токенов BITS, которые ставит каждый пользователь. Кстати, что же касается токеномики данного проекта, то тут все достаточно легко и просто. Во-первых, общее число токенов будет равно всего лишь 50 миллионам BITS. Во-вторых, в момент листинга разработчики намерены заблокировать 250 эфириумов в пуле ликвидности сроком на 1 год, то есть 12 месяцев. И в-третьих, все маркетинговые токены будут постепенно разблокированы и выпускаться ежемесячно, что уже я считаю весьма продуманным и взвешенным решением. При этом, как видите, предпродажа будет поделена на 3 раунда, каждый из которых отличается по количеству эфириумов, которые планирует заработать команда-основатели в ходе предпродажи своих токенов. Кстати, обращу ваше внимание, что первый раунд предварительных продаж начался не так давно, а именно 30 августа 2020 года в 22:00 по восточному стандартному времени. Что же касается листинга, то первой биржей, где будут залистены токены BITS, будет Uniswap. Однако останавливаться на этом команда разработчиков не намерена, поэтому в ближайшем будущем их токен будет залистен и на многих других биржах. Поэтому, чтобы не пропустить эти важные события, я и сами основатели DeFiBet настоятельно рекомендуют подписываться на их телеграм-канал, где они регулярно оповещают всех своих пользователей о предстоящих обновлениях или же каких-то изменениях. Так что подписывайтесь и не теряйтесь. При этом не забывайте подписываться и на мой канал, а также нажимать на колокольчик, чтобы и впредь не пропускать от меня публикации самых свежих роликов. Ну а пока вернемся к DeFiBet и поговорим немного о реферальной программе, которая также будет доступна в рамках DeFiBet. А так как я уверен, что многие из вас любят классные платформы и проекты, где есть щедрая реферальная программа, то DeFiBet как раз то, что вам надо. Потому что рекомендуя DeFiBet своим товарищам, вы автоматически получаете 15% от его ставки. Причем все это будет выплачено вам в виде эфириумов. А это, как вы уже понимаете, очень круто. Однако для тех, кто слишком обеспокоен вопросом о том, как компания зарабатывает деньги, то я с удовольствием отвечу, что она просто взимает комиссию в размере 1% с каждого аукциона. Более того, в рамках реферальной программы будут доступны еще одни интересные вознаграждения, которые в свою очередь будут доступны только для лучших рефералов. Что это значит? А то и значит, что 10 лучших рефереров, которые ссылаются на наиболее активных пользователей, попадут в категорию случайных рефералов. То есть, если кто-то из пользователей зайдет на сайт, зарегистрируется и не использует реферальную ссылку, то он, как новый пользователь, будет случайным образом назначен одним из 10 лучших случайных рефереров. А это, согласитесь, выглядит уже весьма интересно и необычно.
При этом, если вы были внимательны, то, быть может, успели обратить внимание на то, что сам сайт под If и Bets весьма мало информативен и не имеет пока конечного своего вида. Тем не менее, на это у разработчиков есть свои причины. Во-первых, некоторые детали аукциона еще дорабатываются. Во-вторых, они не хотят раскрывать некоторые свои разработки преждевременно, не дождавшись основного запуска, чтобы не подвергнуться тем самым краже их основной идеи, что, собственно говоря, логично. Ну и в-третьих, разработчики DeFiBets искренне верят в то, что смогут изменить способ покупки и продажи различных токенов ERC-20 стандарта. Безусловно, многих из вас может оттолкнуть или даже спугнуть такой подход. Однако, как заявляют сами основатели, их это не пугает. Наоборот, таким образом отсеется та самая часть людей, которая не способна оценить весь тот потенциал DeFiBets, который она вот-вот всем продемонстрирует. Однако, чтобы получить еще больше ответов на свои вопросы, вы всегда можете обратиться в раздел «Часто задаваемые вопросы» или же перейти в их официальный телеграм-чат и спросить все там. Ну а на этом мой выпуск плавно подошел к концу. Надеюсь, он оказался для вас не только информативным, но и полезным. Так что ставьте лайк и не забывайте про комментарии, ведь только так вы мотивируете меня записывать для вас еще больше новых видео. Что ж, а с вами, напомню, все так же, на связи была я, ваша криптоледи. Поэтому всем удачи и пока!